Выездной день донора прошел в социальном центре при Гребневском храме. Очередь из желающих сдать кровь для маленьких пациентов областного онкологического диспансера в Балашихе выстроилась еще до начала мероприятия. Участники акции должны были заполнить анкету, пройти осмотр врача и сделать экспресс-анализ крови. Процедура донации безопасна для человека, все инструменты одноразовые, а болезненные ощущения минимальные. Очень комфортно. Хороший обслуживающий персонал, врачи подходят как к родным. Очень комфортно и удобно. Я думаю, что надо. Первый раз не испугнули. Напомню, противопоказанием для сдачи крови являются как серьезные заболевания – ВИЧ, туберкулез, гепатиты, онкология, так и временные недомогания – ОРВИ, ангина, аллергия. Кроме того, не может стать донором и тот, кто недавно удалял зуб, делал татуировку или прививку. Чтобы помочь нуждающимся в переливании крови больным, не обязательно дожидаться следующей акции. Это можно сделать каждый вторник и четверг в профильном отделении Одинцовской ЦРБ на Можайском шоссе.